Я сейчас напомню, насколько прекрасный этот сезон. Вот лыжник из Венесуэлы Адриан Солано стал звездой интернета на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он выступал хуже всех, но именно ролик с его участием собрал больше всего просмотров. Что и не мудрено, хоть и отстал он от лидера гонки аж на 40 минут. Он так искренне радовался снегу и так вот пытался преодолеть эту снежное препятствие, что людей сие обстоятельства неимоверно повеселило и растрогало. Ну, чего же он так радовался? Ну, так впервые же снег видел. До этого, говорит, приходилось тренироваться на улицах Каракаса на лыжах с колесиками. Более того, на чемпионат полетел за свой счет. Не заставило его вернуться домой досадное обстоятельство во Франции. Во время пересадки его приняли за иммигранта-нелегала и чуть не депортировали обратно. Да и когда прилетел, денег ему даже на еду не хватало. Но вот игра стоила свеч. Спортивные комментаторы говорят, удивляясь, мол, то, что он сумел проехать 6 километров, это уже чудо. Ну не герой ли?